Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне котенка». И давайте начинать. Так, мама, куда мы едем? Мы едем на рынок. А зачем? Ну, нам надо купить вещи. А это там, где животные? Да, где животные. А может, они купят животное? Нет, точно надо. Я вообще не хочу, я только ради еду с вами, потому что шопинг, и у меня крылья не влезают в эту машину. Ай. Приехали. Паркуемся. Ай-яй-яй-яй. Все. Давайте вылезаемся и идемте. Уже будем там искать вещи. А что, в торговом центре это нельзя было купить? Нет. Этого в торговом центре нету. Там какие-то стройматериалы или что-то такое, это для нашего дома. Да, в магазинах, к сожалению, не было наличия. Вот мы и идем. Хорошо, пошли. Да, вот, как тут много. Очень продавцов. Покупайте кроликов, самых милых существ, кроликов. Вот таких вот красивых. Покупайте кроликов. Смотри, какие милашки. Ты же хотел себе питомца? Давай тут и посмотрим. А вещи строительные? Да потом. Такие хорошенькие. Ну да. Покупайте кроликов. Сколько они стоят? 2000. 2000? Ничего себе, это маленький крольчонок. Да. Ну интересно, можно будет купить. Я не люблю кроликов. Хорошо, кто тут дальше? О, собачки. Собаки, собаки, обожаю собак. Не очень люблю. В среднем. Покупайте собак, вот таких красивеньких. У нас тут 3 мальчика и 1 вот такая беленькая девочка. Покупайте собак. Сколько одна собачка? 1000 рублей. Ого, здорово. Можно будет и собачку купить, если хочешь. Хочешь, собаку купим? Нет. Попугаи и разные виды птиц. О, попугаи. Продаются даже эксклюзивные птицы. Покупайте. Птиц я не очень люблю, но, в принципе, очень даже и милые. Ну, я так люблю их, в принципе. Красивенькие, можно будет птичку купить. Покупайте сов, попугайчиков. Мне нравится очень вот эта вот сова. А, кстати, они стоят 500 рублей. Ну, хочешь, купим тогда тебе, давай. И кто тут дальше? Покупайте котят за 150 рублей. 150? Ну, это глупость же. Ой, какие хорошенькие! Мяу-мяу-мяу! Да что в этих кошках может быть прекрасного? Фу. Ну, в принципе, красивые. Покупайте. Они стоят 150 рублей. Одна штука? Да, одна штука. А в первом ряду мальчики, во втором девочки. Ой, какие хорошенькие! Мам, купи мне ту, пожалуйста, ту розовенькую. Пожалуйста, купи, купи. Нет, доча. Давай лучше купим птичку. Я не очень люблю кошек. Они мне не очень нравятся. Ну, мам, давай хотя бы потом котенка. Нет. Ладно, пойдемте это уже в строительный отдел. Да, пошли. Ну. Такие хорошенькие. Птички тоже. Мам, давай хотя бы птичек купим. Ну, ладно. Так, 500 рублей, да. Купи, можно, пожалуйста, вот эту? А вдруг ей будет скучно. Давай еще вот этого. Ну, хорошо. Она что-то сейчас... Так, с вас 1000 рублей. Вот, держите. Спасибо за покупку. Вы такие хорошенькие. Хорошо. Ну, мама, мы же готовили багажники места для котеночка. Ну, да, конечно, извини, я тут не очень хочу покупать. Хотя вдруг они какие-нибудь, фу, некрасивые, они даже не породистые. Ну и что, они зато очень индивидуальные и красивые. Доченька, давайте лучше куплю нормального породистого кота, чем вот этих. Да что вы тут стоите? О, вы сов купили? А, ой, да, кстати, их надо не забыть. Вот сюда поставим их. Давай палочку с птичкой одной. К ней вторую. Вторая, стой. О, все. Да. Вы все, вы что, хотите, что ли, вот этих вот кошек купить? Вам, мне кажется, они какие-то нездоровые, не знаю. Да, как-то слишком дешево.
Ну, мам, ну хотя бы такого, ну хоть самую некрасивую, некрасивую. Ну купите мне кошечку, вот эту такую красивую. Нет, доченька, прости. Ну, пошли в следующий отдел. Нам еще, так скажем, покупать и покупать строительное дело. Нет, мама, я хочу купить котенка. Доченька, нет. Мама, да. О, господи, хватит спорить. Пойдемте уже все в отдел. Берите ваших сов, и так достаточно, и так дома. Мало мест на ваших птиц всяких. Не согласна, пошли. Пойдем. Ладно. Сейчас только прилюблю сов. Ну, как бы, чтобы они это держались. Не держится. Может, их куда-нибудь прилепить? Стой, сова. Не хочет. Ну, хорошо, я ее в руках понесу. Ой. И другую. Так, что там интересно? Как много всего. О, какие котики. Так, я оставлю сов, а то они подумают, что это я им еду. Они у вас точно 150 рублей? Да. А они хорошенькие? Да, это самые хорошенькие котята. Миленькие, миленькие. А сколько один стоит? Я же говорю, 150 рублей. То есть точно 150, прям как у вас тут указано. Да. Скидка. Какие девочки? А девочка столько же стоит? Да, они все одной цены. А розовенькую, как зовут? Кэти. О, можно мне эту Кэти? Какая милая. Хотите купить и мальчика? Ну, не знаю, как-то мне вообще даже одну не разрешают. Ну, купите, если хотите. А, давайте вот этого куплю. Вообще, давайте я их всех куплю. Всех, всех при всех. Ладно, не падайте. Их тут 6, да? Да, 6. Тогда платите. А сколько с меня получается? 0,900? Все, ударилось. Держите, вот вам 1000, значит, не надо. Не, все равно, я их очень хочу. Так как бы их спрятать? Ладно, никак. Доченька. Мамочки! А, что? Сестра, это где-то кошки побежали? А, простите, ваша дочь выкупила всех кошек. Что? Давай одну, доча. Я, конечно, очень рада, что ты так щедро относишься к этим котам. Ну, мама! Ну, хотя бы 3 штучки. Я возьму тогда вот эту девочку. Мяу. Вот эту девочку. А можно 4? Ну хорошо, только давай не 6. У нас на 6 не хватит места. Вот этого, вот этого сюда, сюда. И вот этого. А этих, да, 2 оставляю, они мне не нравятся. Хотя, мам, мне вот этот вот нравится. Что, доча? Вот этот. А мне вот это нравится. Ладно, мы берем 6 в итоге. 6? Ну, хорошо. Она уже заплатила все равно. Ай, ну ладно, пойдем в машину, наша любительница питомцев. Ехала я буду валяться среди них. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, совы! Совы, господи, совы! Одна сова. Мама, я вторую потеряла. Она у меня. Смотрите. И учитесь обращаться с питомцами. Она у меня на голове. Ха-ха. Не падай. Я ее вот сюда положу сейчас. Опа. Спрятаю птичку. Все. Это хорошо. Так, другая птичка, она у нас на палочке. Ее мы легко будем переносить. Да, дочь, но у нас не хватит мест машины, чтобы всех этих котят принести. Да, не бойся, мама, все будет хорошо. Пойдемте тогда в машину, пойдем. Как-то так-то мы тут разместились. Тут сова.
Тут мой котик, тут еще одна сова, тут я. Меня там даже не видно за волосами сестры. Вот я где. Черный кот, и там под черным. Вон там вот еще где сова. Вон там беленькая кошечка-царапка. И что ж, вот такой дружной компании. Мы едем домой. Если тебе понравился это, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока! Пока-пока!